Нагадаем, тело солдата было знойдено 3 кастрычника у подвале военной части. На основе отрыманной в ходе расследования информации, кроме першапочатковой версии самогубства, разглядаются так само доведение до самогубства и забойства. В ходе расследования дела была выявлена целая куча иных фактов неустановленных взаимоотношений не только в этом воинском подразделении, но и в других частях, поскольку уже не только молодые военнослужащие, но и те, которые отслужили определенный срок, начали давать показания относительно событий годичной давности, двухгодичной давности, утверждая, что и они являлись объектом насилия со стороны сослуживцев. Для того, чтобы дополнительно проверить все факты, которые мы располагаем в настоящий момент, потребовалось дополнительное время, и мы не готовы в ближайшие дни закончить расследование по этому делу. Пришлось продлить срок исследования для того, чтобы полно, объективно и всесторонне исследовать все имеющиеся у нас заявления и сообщения о совершенных преступлениях.